Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию ролик о таком актере, которого зовут Андрей Новиков. Андрей Юрьевич Новиков родился 16 декабря 1979 года в Дрездене, ГДР. Умер же 5 апреля 2012 года в Москве. Он российский актер театра и кино. В школьные годы Андрей занимался восточными единоборствами. Он планировал пойти по стопам своих предков и стать военным, но жизнь распорядилась иначе. После развала СССР в 90-е годы профессия военного перестала быть престижной, армия сокращалась. Кроме того, у Андрея обнаружились большие творческие таланты. Андрей учился в нескольких вузах – в Славянском университете, в ГИКе, театральном училище имени Щукина, однако ни один из вузов он так и не окончил, бросал, отучившись год-полтора. Дебютную роль в кино он сыграл в 1997 году в фильме «Вино из одуванчиков». В 2001 году исполнил главную роль в молодежной драме «Займемся любовью». По-настоящему широкую известность и популярность он получил в 2003 году после роли Ангела в комедии «Дни Ангела». Перед съемками Андрей специально ездил в Сергиево-Посадскую семинарию. Ему довелось работать на одной площадке с такими актерами, как Ольга Остроумова, Нина Русланова, Валентин Гафт и Анастасия Стоцкая. Значимой еще стала его роль студента в фильме «Граффити», который вышел на экраны в 2006 году. Ради этой работы он отказался от съемков в такой киноленте, как «Девятая рота». Позже он исполнил роли второго плана в таких фильмах, как «Родные люди» и «Угро. Простые парни 4». Рост Андрея Новикова был 180 сантиметров. О личной жизни практически ничего не известно. Известно только одно, что Андрей не был женат. Андрей скончался скоропостижно 5 апреля 2012 года от кровоизлияния в мозг. Был похоронен на Есенинском кладбище в городе Москве. Очень жаль, когда уходят такие молодые, талантливые люди. Сколько бы еще он смог сыграть интересных ролей в фильмах и сериалах. Царствие небесное Андрею и светлая память. Очень жаль, трагическая утрата для всего кинематографа. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, впереди еще много интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам желаю, берегите себя и своих близких. Всем удачи! Любви, счастья, мира, добра и всего самого-самого наилучшего. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.